spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Ловля спиннингом так называемого белого хищника набирает все большую популярность. Но порой, чтобы поймать рыбу, необходимо иметь в арсенале небольшие воблеры со значительным заглублением. Например, такие, как представленные сегодня в нашем обзоре Ituma Deep Chip. Серия этих приманок состоит из двух моделей, у которых много схожих характеристик, но есть и отличия. Давайте поближе их рассмотрим. Deep Chip являются приманками класса Crank. У них достаточно компактное тело с округлыми боками. Наибольший объем корпус имеет ближе к середине, а хвосту плавно сужается. Кстати, благодаря такой геометрии эти приманки отлично держат струю различной силы, а еще позволяют ловить способом upstream и при этом не сбиваются с игры. Оба варианта имеют одинаковую длину корпуса, равную 40 мм. Это хороший вариант для ловли на снасть легкого класса. Спереди находится округлая лопатка увеличенного размера. На ней зафиксированы крепежные петля с заводным кольцом. Если в зоне ловли поклевка щуки маловероятна, то лучше вязать крэнк напрямую к леске или использовать компактную застежку. Заявленная рабочая глубина обеих моделей составляет 2 метра. Основные различия кроются в весе. Глубоководный чип с положительной степенью плавучести имеет массу 4,2 грамма. Суспендер чуть потяжелее и весит на 0,5 грамма больше, то есть 4,7 грамма. В остальном они идентичны. По поводу расцветок. Компания Ituma предлагает рыболову сделать выбор из множества различных вариантов. В палитре представлены светлые, темные, полосатые, кислотные, блестящие и полупрозрачные модели. В общем, есть из чего выбрать практически под любые условия ловли и степень освещенности водоема. Представители серии оснащаются двумя соразмерными, качественными японскими тройниками. На некоторых упаковках можно увидеть логотип компании Owner. Они достаточно острые, чтобы обеспечить надежную подсечку. Кроме этого, отметим прочность проволоки, из которой изготовлены крючки. Маленькие бородки с одной стороны не сильно травмируют пойманную рыбу, а с другой не дают ей сорваться в процессе вываживания. Внутри пластикового корпуса расположены два металлических шарика. Первый свободно перекатывается в брюшной камере. Второй имеет большую свободу движения и способен перемещаться от головы к хвосту и обратно. На дальность заброса эти элементы сильно не влияют, но зато во время проводки создают хорошо слышимый звук. Как и большинство крэнков, Ituma Deep Chip лучше вести простой равномеркой или применять технику Stop and Go. Но так как воблер имеет активную собственную игру, то его можно использовать и в непроточных водоемах. Эта серия подойдет для охоты за щукой и окунем. Но основное предназначение – ловля изя, жереха, ну и, конечно же, головля. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.